А в детстве были какие-то предпосылки, что, нет, я вообще не собирался быть... собираюсь быть архитектором? Я не собирался быть архитектором. А как так получилось? Можете рассказать? Я собирался быть художником. Ага. Я переживал по поводу того, что мне очень нужно было бы достичь вершин Леонардо, Микеланджело, всех остальных. Ну, как любой пацан. Вот. То есть я очень много рисовал, наверное, класса с пятого. Даже занимаясь профессиональным спортом, я свободное время проводил в копировании, не знаю, живописи, рисунков, культуры и так далее. Но это было совершенно такое неосознанное движение, просто мне нравилось. А когда я уже стал понимать, что надо как-то готовиться к этой судьбе, оказалось, что я немножко опоздал. Поскольку в художественную школу я не ходил, а ходил на велоспорт, время ушло практически без возврата. Соответственно, к поступлению в художественный вуз я просто не успевал подготовиться. Так. Ну, вот единственное место, где меня взяли обучаться рисунку, это оказалась школа молодого зодчего при Харьковском инженерно-строительном институте, откуда был прямой путь в архитектуру. И огромная благодарность, благодарность моим преподавателям, которые на тот момент принимали этих вот неоперившихся желторотиков и направляли туда, куда нужно. Если бы не они, наверное, я бы не был архитектором. А так оказалось, что вся жизнь связана с архитектурой. Потом оказалось, что кроме этого я ничего не умею делать. Вот, и все мысли о том, что архитектура очень тяжелый и неблагодарный труд, но они не приводят к тому, что я... Почему неблагодарный? Очень тяжелый. Очень тяжелый. Очень тяжелый, потому что мы всю жизнь ждем. Когда мой первый дом построился, хозяева въехали, я посчитал, сколько прошло лет от нашего с ними знакомства, и понял, что это 5 лет. Мне на тот момент был ровно 30-ник. Я бухал неделю после этого подсчета, потому что это было очень тяжело. Реально очень тяжело. На один дом 5 лет. То есть вы хотите быстрых результатов? Любой художник хочет быстрых результатов. Понятно, что Иванов мог писать своего Христа бесконечность, но это его вопрос. Да, мне хочется быстрых результатов. Но любому творческому человеку хочется видеть, как его мысли обретают плоть и становятся самостоятельными. То есть это единственное, что в этой профессии привлекает, что неоценимо. Именно то, что ты видишь, как реализовываются твои замыслы. Да, причем в таком очень серьезном материале. Дерево – это кирпич или бетон. Да, да.